Нет слов вообще никаких. Как может быть, блин, 7 уликов и все мини? Один предмини, 6 мини, один предмини. Все из 7 уликов. Я офигею просто со своих раздач. Охренеть не встать, я бы сказал так. Пора строить Капитолий. Опа-на! Бам-барам-бам-бам. Ай, у меня Армагеддона же нету. Твою мать, как этот-то не пошел первым? Я что-то сейчас не понял. Ответку я... Блин, ответку я... Как вообще? Что это сейчас было? Этот же должен был сюда пойти. Он что, завейтился, что ли, блин? Что-то не понял. Рогатые демоны медлят и ждут лучшего момента. Ну, трындец. Имеют меньшую скорость, вейтятся. Офигеть они, а. Вейтятся. Не понял. У меня кто-то с разведки, что ли, был? Ой, вообще легко. Так легко. Так легко! Я сейчас не сомневался, что да, настолько легко. Да ты слоупок, блин, я уже ход завершил, у тебя только половина еще. Да там ходить неким. М? Там, говорю, ходить-то, собственно, неким. У тебя, что ли? Угу. Так, я тебе, смотри, свой расклад как на духу напишу. Значится. Угу. Три улья виверн. Угу. Все вдоль дорог стоят. Угу. Одна нычка вивернов. Угу. Потом два пруда гидр. Тоже, в принципе, все вдоль дорог. Много. Три пандорки. И три консерватории грифонов. Пандоров Верно даже... Ладно, три. Окей. Раз. Да, три. Три пандорки, да. Жирно, вопрос единственный. Единственное, что меня смущает, все это нехер неким брать. Ну, это не так плохо, конечно. Нам нужны две победы, а, соответственно, оппонентам нужно одна. Короче, шанс у вас есть. Слил Фалькону. Неудивительно. В смысле, как вообще они стали играть в этом вопрос? Оливьеху точишь? Не, я этот с крабовыми палочками салатик точу. Кстати, только у тебя есть какие-нибудь новогодние блюда? Новогодние блюда? Mm-hmm. Да я ничего не готовил, в магазине готового не покупал. У меня там чисто фрукты и фрукты, овощи и... Выпечка небольшая от родителей, которые передали мне. Да, честно говоря, я не знаю, куда это все девать. У меня, я сейчас, если поеду в ЕКБ, у меня все это дружно стухнет. Сейчас вот еще жена одноклассника звонила. У нас, говорит, салаты тухнут, иди-ка забери. Я говорю, ага. Короче, блин. Не, я, конечно... Я вот думаю, может, не ехать в ЕКБ, а салаты жрать лучше дома сидеть. Тебе нужно, знаешь, замутить этот свой ЕКБ на день буквально такой. Звалишь всех папашек из чатика. Там все, и салаты моментально исчезают. Да. В Чебоксарах надо устроить турнирчик местный. И там, короче, все это заюзать.
тащи салат в ЕКБ. Придут 5 колен. Ой, жесткая Пандора. Что там, в Пандорке големов дали? Не, на самом деле, я это к чему так говорю. Для меня всегда было какой-то, я не знаю... Для меня было непонятно, как можно себя причислять к какой-то субкультуре. То есть, я не знаю, у человека, это... конечно, наверное, в жизни есть какие-то принципы, понятия и так далее, но причислять себя к какой-то субкультуре, это значит определять, программировать свое поведение, определять... Не, ну подожди, Тога, ну это же субкультура, это все такая тема, знаешь, типа для 15-летних девочек. Ну, насчет 15-летних девочек, конечно, я не разбираюсь. Ну, может, не только девочек, но для 15-летних, по крайней мере. Ну, там, то есть, вспомни себя, там, в 15 лет, как бы, и, не знаю, это по-своему прикольно, я думаю. То есть, ну, типа, ты часть чего-то там большего, там, против системы, там, знаешь... Это вот все. 15 все лет? Эти теории. Я бы сказал, о чем я, как молодой парень, думал в 15 лет. Да но... нет, это об этом все думали. До всего остального, по-моему, мне было по барабану. Я просто ждал, когда же исполнится нахрен 18 лет и пройдет это мучение. Да. У тебя там Амилу, походу, не на стриме, а в квартире, что ли? Снизу второго титасик. Ой, господи. Айве. Что? У меня такое ощущение, что Амилу там у тебя не на стриме, а в квартире, нет? Ну, судя по моему лаку, да. Господи, ну нет. Не надо. А, блядь, два титасика проебал. О, это фиаско. А сколько было? Просто ебаная фиаско. Сколько было? Блин, вот непонятный скажу. Человек. Плачет, но ничего не рассказывает. О, пиздец. Я в говне. Я просто в говнище, в полнейшем. Я просто... Я с Редвайтом играю, что ли? Динчкей, огромное спасибо тебе. Конец, братан. Чё, играем на косплей, да, эту партию? Да, слушай, наверное, нет. Чё, засал, да, как ты говоришь? Господи. Спасибо, Динечка, за поздравление. Тебя тоже всего самого наилучшего. Ну это, блядь, фиаско. Сколько было? Блин, вот непонятный скажу. Человек. Плачет, но ничего не рассказывает. О, пиздец. Я в говне. Я просто в говнище, в полнейшем. Я просто... Я с Редвайтом играю, что ли? Динчкей, огромное спасибо тебе. Конец, братан. Чё, играем на косплей, да, эту партию? Да, слушай, наверное, нет. Чё, засал, да, как ты говоришь? Господи... Спасибо, Динечка, за поздравление. Тебя тоже всего самого наилучшего. Ну это, блядь, фиаско. Я тебе, Айви, напомню, когда мы сегодня с тобой с утра сели играть, у тебя, по-моему, третьей или четвертой фразой было такое предложение. А чё, я дома, что ли? Я был хорош, судя по всему. Ты был с утра очень хорош. Ребята подтвердят, кто были. Не, на самом деле все нормально было, весело было. Блять. Я в говне. Просто в говнище. Тебе авто дать, что ли? Не, полное дерьмо с большим отрывом. Ну я и говорю. Ну, в смысле, как бы, причем даже в хате все равно остается такой же. Слушай, я не знаю, я на хоте же... Ну, в хоте хрен знает. Да, мне больше заболеет, что в хоте они вроде как типа сбалансировали замки, но при этом они умудрились полностью переработать некромантов, и они все равно тащат.
Они их как бы сделали абсолютно другими, но при этом они как были топ-1, так и остались. Кстати, конечно, говоря, ты прав, это, наверное, не очень правильно, то, что именно, как сказать, мы переработали некромантов, но в итоге ничего не поменялось. А это некоторых людей отталкивает. Некоторые люди же за исключительную лорность, да, чтобы все было как прежде, а смысл было что-то менять, если все равно ничего не поменялось. В какой-то степени. Ну да, по сути, все равно такой же дисбаланс, такие же торги там дикие. Причем некоторые чувствуют себя, сначала плакались, очень хорошо, что на XL-картах, что на Джебусе опять том же самом. Но Хотусы, конечно, там пошли навстречу комьюнити исключительно вот по поводу Гоши, потому что люди очень уж сильно начали там этот. Но все любят Гошу. Здорово, Дяблер. Бам-барам-бам-барам-бам-барам-бам-барам. Жили-были два веселых гуся у бабуси. Нахрен это нужно все. Так, ладно, погнали. С ума не сходим. Так, а я что-то не понял. А почему у нас на самом деле яркий был в списке пользователей? Это ненормально же. В списке пользователей модераторов, я сейчас вот чатик пролистал, реально был яркий. Я тогда как бы этот быстренько глянул, закрыл, но как бы акцентировать внимание не стал, потому что ход надо было делать. Один остался. А почему один остался? Должно было два остаться, я так понимаю. Что это за такой? Один еще, бля. А если это 10 тысяч опыта? Короче, ни то, ни сё, похоже на мясо. Я не знаю. Посмотрим. Я же ещё и без... Да ёпкарн, да гололада, о ёпкарный! Да не бывает! Да охренели, что ли? Да вы что такое говорите, блин? Да серьезно это сейчас было, да, все? Не зря я чекал же, лол! Карамба!